Крупный бизнесмен умирает и вместе с наследством оставляет сыну крупные проблемы. Так начинается спектакль, в котором играют знаменитые актеры. Вера Алентова и Петр Красилов представят на Алтае постановку «Роковое наследство». Я получил наследство. Я хозяин этой квартиры, а также мадам Дюбуа. Постановка одновременно и веселая, и печальная. Вначале у зрителей создается впечатление, что это комедия. Плавно к финалу она превращается в трагедию. Первыми «Роковое наследство» смогут увидеть жители Наукограда. Встреча пройдет 24 сентября в ДК города. Уже на следующий день Вера Алентова, Петр Красилов и Дарья Поверенова выйдут на сцену театра музыкальной комедии в Барнауле. Начало спектаклей ровно в 19 часов.